Друзья, сегодня у нас 12 июня 2022 года, и сегодня настал тот день, которого я так боялся и которому готовился. Сегодня предстоит мне попрощаться с моим старшим хаски, с Скифом. У него рак, 3 операции сделали за последние полгода, и настал тот момент, когда когда уже надо принимать решение, причем не кому-нибудь, а именно мне самому. Оттягивал этот момент сколько мог, пытался дать ему хотя бы еще один день, но опухоль пошла в носовые пазухи, и по ночам он уже мучается, тяжело переносит. Если днем еще как-то ничего, через рот дышать у него получается, и то запахи он уже практически не чувствует, потому что дышит ртом. В общем, предстоит тяжелое решение, и предстоит мне быть с ним до последней секунды. Помочь ему выйти безболезненно, без страданий. Это очень тяжело. Скиф для меня целая эпоха. Прожили мы вместе 13 лет практически. И за эти годы считанные дни, когда мы были не вместе, просто считанные дни. Слава Богу, есть Ату, что я хотя бы остаюсь не один. Вот такая история. Ну вот и все, ребят. Все. Вот тут Скифка. Я еще сам до конца не осознал. Хотя нес он в руках. Уходить он не хотел. Долго, долго это все длилось. Сильный хаски. Мой любимый рыжик. Вот тут была такая ямка песочная, хорошая, глубокая. Хорошо я его прикопал. В марийском лесу теперь. Так. Вот прошел день, как Скифа похоронил. Решил дополнить, снять видео. Время чуть прошло. И хочу поделиться своими ощущениями. Ох, как тяжело, ребята. Ох, как тяжело. Вроде я готовился к этому событию, но, блин, прямо душу выворачивает. Вчера я еще даже как бы не понимал, не осознавал, вернее, происходящего. А сегодня вот прямо очень тяжко, очень тяжко. Это у меня еще остался Ату. Еще остался Ату, как бы хотя бы частичка внимания переключалась на него, но как же мне не хватает этого рыжика моего, а? Умная, хитрая, добрая собака моя была главная. Так что, ребят, кому предстоит пережить, не надейтесь, подготовиться к этому невозможно. Ну, мне так показалось. Хотя вроде понимал, к чему идет, что это неизбежно. Да, в общем-то, это вообще для всех неизбежно.
всех нас ждет одно и то же. Это смерть, это неотъемлемая часть жизни, такая же, как и рождение. Но прямо душу выворачивает. Это же полноценный член семьи был. Мы столько с ним вместе прошли. Столько его шуточек я знаю. Столько хитростей. Такой хаски, у которого... Который мне показал, что у них есть чувство юмора. Что у них они умеют шутить, умеют прикалываться, умеют там... все понимать с полуслова. Прямо очень тяжело. Вчера вечером нахнуло, сидел и рыдал прямо. Так что, ребят, берегите своих домашних питомцев. Особенно, если они являются у вас частью семьи. И имейте в виду, что когда придется прощаться, настроиться, подготовиться полностью не удастся. Я понял, что это прямо трагедия. У меня родители, когда уходили, не было так тяжело, как сейчас Скиф ушел. Потому что с родителями мы жили хотя бы раздельно. И не было такого, что они каждую минуту со мной. Поэтому переживалось в целом не так остро. Не так остро. А здесь прямо... Ну, сами поймете, 13 лет, круглые сутки и на работе со мной, и в отпуске со мной, и днем, и ночью со мной. Редко-редко, когда кому-то оставлял, чтобы там куда-то поехать, то это было крайне редко. Какие-то отдельные дни, и эти дни Скиф также скучал. Так что пытаюсь это пережить. Сделал ему могилку, как вы вчера видели, в хорошем месте. Будем ездить навещать. Вот так. Ладно, всем пока.